Глава 11 второй книги Паралипоменон. И прибыл Раваам в Иерусалим, и созвал из дома Иудина и Вениаминова 180 тысяч отборных воинов, чтобы воевать с Израилем и возвратить царство Раваму. И было слово Господне к Самею, человеку Божию, и сказано: «Скажи Раваму, сыну Соломонову, царю Иудейскому, и всему Израилю в колене Иудином и Вениаминовом, так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо мною сделано это». Они послушались слов Господних и возвратились из похода против Иерваама. Раваам жил в Иерусалиме. Он обнес города в Иудее стенами, он укрепил Вифлеем и Ефам, и Фекою, и Вефцур, и Сохо, и Одаллам, и Геф, и Марешу, и Зив, и Адораим, и Лахис, и Азеку, и Цору, и Аялон, и Хеврон, находившиеся в колене Иудином и Вениаминовом. И утвердил он крепости сии, и устроил в них начальников, и хранилища для хлеба, и деревянного масла, и вина. И дал в каждый город щиты и копья, и утвердил их весьма сильно. И оставались за ним Иуда и Вениамин. И священники и левиты, какие были по всей земле израильской, собрались к нему из всех пределов. Ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения, и пришли в Иудею и в Иерусалим, так как отставил их Иерваам и сыновья его от священства Господня, и поставил у себя жрецов к высотам и к козлам и к тельцам, которые он сделал, а за ними из всех колен Израилевых, расположившие сердце свое, чтобы изыскать Господа Бога Израилева, приходили в Иерусалим, дабы приносить жертвы Господу Богу отцов своих. И укрепили они царство Иудина, и поддерживали Раваама сына Соломонова 3 года, потому что ходили путем Давида и Соломона в сии 3 года. И взял себе Раваам жену Махалафу, дочь Иеремофа, сына Давидова, и Авихаэль, дочь Елиава, сына Иисеева. И она родила ему сыновей, Иеуса, и Шемарию, и Загама. После нее он взял Мааху, дочь Авессалома, и она родила ему Авию, и Аттая, и Зизу, и Шеломифа. И любил Раваам Мааху, дочь Авессалома, более всех жен и наложниц своих, ибо он имел 18 жен и 60 наложниц, и родил 28 сыновей и 60 дочерей. И поставил Раваам Авию, сына Маахи, главою и князем над братьями его, потому что хотел воцарить его. И действовал благоразумно, и разослал всех сыновей своих по всем землям Иуды и Вениамина, во все укрепленные города, и дал им содержание большое, и приискал много жен.